Тяжело. Все тяжело. Давно уже. Ну как давно? Ну так уж 5 лет. Вы же учитесь в школе. Это же вам на всю жизнь. Так же. Напишите. Напишите фамилию. Надо же знать, что это. Что новичок. Закон Архимеда. Закон Архимеда. На тело погруженное. Жидкость или газ действует выталкивающая сила, направленная перпендикулярно вверх и равная весу жидкости или газа, вытесненная телом. Я просто не понимаю. Я замечаю, что это подряд. Вот сколько людей отвечает, какое-то непонимание закона преломления. Нет, я не понимаю. Еще бы спросить. Сформулируйте закон преломления. Значит, синус угла падения, отношение синуса угла падения к синусу угла преломления, есть величина постоянная, называемая показателем преломления. Смотрите, как неудачно вы формулируете. Сила света, создаваемая лампой, эталонной лампой, при температуре 4 градусов Цельсия. Ну, какая же это может быть лампа, что это такое, какой же может быть свет лампы при температуре 4 градуса Цельсия? Ну, это же понятие какие-то. Какую температуру вот эта лампа может иметь? 100 градусов. 100 градусов? А, да, лампа, что я не хотела. 1000 градусов. 1000? 3000 может быть. 3000 градусов. 4 градуса это ж вообще никакого же свечения даже не будет. Так. Так, а задача ваша? Что? Не решу. Не решу. А чё, что тут такого? Так, значит, 3 придется. Ну, что ж такое? Я не забыл. Не знаю первый вопрос. Представление Бора надо вспомнить. Постулаты Бора. Приготовим в следующий раз, на следующий год, хорошо подготовитесь. Да я готовилась, просто очень волнуюсь. Очень плохо, я не могу вам поставить удовлетворительную оценку. Не удовлетворительно. Далёт поступа с 5 числа.
все-таки надо идти в институт. Уже забыл. С таким знанием, ну так. Подготовитесь. В следующем году придете. В следующем году уже в армию. Я не могу поставить вам удовлетворительный оценку. Придется вам на следующий год начинать сначала все, хорошенько подготовиться, потом придете в институт. Эти кадры мы снимали в киевских институтах на приемных экзаменах, скрытой камерой. Вот двойки на экзаменах. Ну, конечно, ребята просто плохо подготовлены. Но, может быть, в этом первые предвестники. Понимаете, ведь говорят, 20 век, половина информации, информационный взрыв. Может быть, мозг человека просто подходит к границе своих возможностей. Мотив знакомый. Половина информации, поток информации, обвал информации. И человек превращается в что-то вроде впутника, застигнутого этим обвалом и не знающего, куда ему деться. Но вы, очевидно, не случайно упомянули о возможностях человека. Каковы они, эти возможности? Есть ли у него возможности выбраться из этого? Вот-вот. Ну, по-моему, вам и карты в руки. Вы же человек с кинокамерой в руках. Поезжайте, посмотрите. Повидайте людей. И потом будем делать выводы. В конце я могу вам ответить на этот вопрос. Пока готовят для меня задание, желающие проверить свою способность к устному счету, пожалуйста, подойдите ко мне. Я вам сейчас вслух быстро назову ряд цифр однозначных, а вы попробуйте успеть в уме сложить их. Такая комната. Хорошо. Складывайте. 6, 8, 9, 8, 7, 9, 6, 5, 8, 7, 9, 6, 5. Сумма. До скольки вы успели сосчитать? До знака четвертого, не дальше. Ну сколько? Сумма какая? Сумма не могу назвать. Ну сколько? 14? 20? Сколько? А, нет, вы имеете... До скольки? До какой суммы вы успели сложить? 24. 24. Ну, 6, 8 и 9 – это 23, так что вы сложили три цифры, на один ошиблись. Ну, хорошо. А теперь давайте то же самое задание попробую выполнить я. Читайте. 3, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 8, 4, 1, 3, 5, 6, 7. 102. Какое у вас задание? У меня отрывок стихотворения Ленина «Третьем сестер Кассе». Так, и что нужно сделать мне? Вам нужно сосчитать количество букв отрывка, которая прошла. Пожалуйста. Читайте только, пожалуйста, громко и понятно. У вас он написан? Написано. Читайте по написанному. Я так. Прочитайте, пожалуйста, по написанному, чтобы не ошибиться. Я не ошибаюсь. Пожалуйста. Пришедшие из всех углов страны, с фронтов, заводов, из глухих селений, мы были в первый миг оглушены, ослеплены, когда сказали Ленин. Не передать ни радости такой, ни клекота рукоплескания. Извините, не передать мне радости или не радости? Не передать мне радости такой, ни клекота рукоплескания жгучих. К эстраде сгрудились мы тысячной толпой, зал грохотал овации могучей. 217, правильно? Ну хорошо, давайте правильно. 20. А у вас сколько получилось? 212. Нет, все-таки ровно 218. Пожалуйста, проверьте еще раз и скажите, как именно. Хорошо. 121 букву. Пожалуйста, читайте. Мир необъятен, мир велик, но все, леса и реки, и крутизна его дорог, все уместилось в человеке. О, звезд неистребимый свет, о, звезд торжественные выси, но высшего вселенной нет, тревожны человечьи мысли. Слово «выси» 121. Правильно. В
Пожалуйста, стихотворение, количество слогов прочитайте. Прочитать мне самому и назвать количество слогов. Кто решил, что любовь — только радость, только мир, где гремят соловьи, только схватка сияющих взглядов, тот не знает, не знает любви. Приглядись-ка, и свет в ней, и тени, туч грозовость, и нежность лучей, и жестокость подводных каменьев, и целебная сила ключей, в ней верности полные соты, и тревог, и разлук крутизна, в ней ошибки, падения и взлеты, но жива только правдой она. 114 слогов. Да. Еще задание. Корень кубический из 551 368. 82. Правильно. Еще корень кубический есть? Есть. Пожалуйста. Кубический корень из 405 224. 74. Корень четвертой степени из 5728 целых 9761 910 тысяч. 88 с точностью до целых. Плюс-минус несколько десятков. 8,7. Сколько? 8,7. 8,7. Дальше. Корень шестой степени 433 миллиарда 601 тысяча 9. 87. Еще есть задание? Корень шестой степени 76 миллиардов 718 миллионов 890 тысяч 625. Повторите, пожалуйста, число. 76 миллиардов 718 миллионов 890 тысяч 625. 65. Извлечение корня 77 степени. Прошу вас. Десять целых семь десятых. Верно. Готово? Готово. Начали. Остановите доски. Остановили? Ответ на первой доске 31. Правильно? Правильно. На второй 57. Верно. На третьей 852. Верно. На четвертой 5,83. Правильно. На пятой 4,91. И на шестой 13,52. Совершенно случайно. После 8 класса школы я поехал в пионерский лагерь и отдыхал там в первом отряде. Вот как-то я прихожу в свою палатку, застаю там старшего вожатого лагеря. Он сидит за столом и что-то делает. Перед ним лежит раскрытая книга. Ну, я спрашиваю его, что вы делаете. Он говорит, что вот мне нужно сосчитать количество знаков в этом абзаце. Я прочитал этот небольшой абзац через его плечо и одновременно сосчитал количество знаков в нем. Ну и сказал ему. Он, конечно, не поверил мне и сказал, что, мол, вы идите лучше. Вы играете в футбол, в волейбол, еще во что-нибудь, только не мешайте мне, пожалуйста.
Нисколько не обидевшись, я пошел играть в волейбол, мне самому это очень хотелось. А через некоторое время он подходит ко мне и спрашивает: скажите, как вы угадали? Ну, я говорю, что не угадал, а вполне добросовестно прочитал и сосчитал все. Он еще раз не поверил и стал проверять. Говорил мне небольшие фразы, которые сразу же придумывал тут же. Ну, например, какая сегодня хорошая погода. А я должен был сразу называть ему количество знаков, количество букв в этих фразах. Я называл, он потом довольно долго проверял на пальцах, боясь ошибиться. Ну и все, в общем-то, было правильно. Тут подошло еще несколько человек, все удивились, кто-то бросил даже такую фразу, вот, мол, факир у нас в лагере появился. Ну, а я удивился тогда, наверное, еще больше всех, потому что мне казалось это вполне естественно. Ну, мол, сосчитал, и правильно так и должно быть, чему же они удивляются. Мне кажется, что здесь участвует очень сложный комплекс личных качеств Шелушкова. Здесь удивительная, почти фотографическая память, которая позволяет ему считывать с образа, запечатленного в мозгу, почти так же, как мы считываем с доски или со страниц. И так называемая оперативная память, которая дает ему возможность запоминать результаты промежуточных операций счетных. И, наконец, хорошо разработанная система быстрого счета. В основном вот это. Это явление известно уже давно. Оно изучалось еще в 30-е годы советскими учеными Познанской и Леонтьевым. Сейчас эта проблема широко изучается у нас, на Урале. Мы в нашей лаборатории развиваем световую чувствительность кожи с помощью специально созданной установки. Вы замечаете разницу? Да, красный цвет чувствуется теплее, чем желтый. Вот это снова желтый цвет. А это опять красный. Это красный. Это желтый. Это зеленый. Зеленый более прохладный. Сейчас на руку действует красный цвет. Чувствуешь этот красный цвет? Ну, чувствуется небольшое покалывание, жжение на ладони, на самой. Ну, еще какие-то особые, я даже затрудняюсь просто сказать, какие. Ну, такие, которые есть, ощущения, которые чувствуются только лишь на красный цвет. Кожное зрение – это совсем не то, что зрение глазами. Здесь целый комплекс ощущений. Он включает в себя температурную чувствительность и осязание. Мы пытаемся найти те пути, те методы, посредством которых можно разработать методику обучения слепых чтению обычного плоскопечатного текста. И если нам удастся помочь этим людям, мы будем считать себя просто счастливыми. Эти буквы довольно-таки широкие, тёплые. Да. И мохнатые. Даже мохнатые? Да. Это Ж. Верно. У этой буквы есть две вертикальные прямые. Они соединяются посередине. Это И. У этой буквы тоже есть вертикальная прямая. И полукруг справа. Это Р. Начинка. Дальше. Пожалуйста. А у этой буквы прямые как бы расходятся сверху, из одной точки, так, лучами. Прямолюбивыми словами так и пиши, как Люда говорит. И они соединяются тоже в середине. Это А.
А у этой буквы? Тоже есть вертикальная прямая, полукруг справа, как у R, и слева тоже нечто вроде полукруга. И какая это там буква? F. Умничка. Какое слово? Жираф. Ну, молодец. Эти способности встречаются у людей не так уж часто. В зачаточном состоянии, ну, скажем, вернее, в зачаточной форме, они присущи, по-видимому, каждому человеку. Но ярко выраженная одаренность встречается не так уж часто. Ваша задача заключается в том, чтобы из предложенных кассет выбрать ту кассету, которая заряжена красной пленкой. Пожалуйста, начали. Нет. Начали. Нет. Начали. Красный. Проверим. Правильно. В принципе, человека можно научить не только различать свет через непрозрачные среды, но даже и читать. Конечно, это намного труднее, и сам процесс более сложный, но это возможно. Все, готов? Угу. Смотри, все ли буквы знакомы, попробуй прочитать про себя, ты не скажешь, все прочитаешь. Так, ну-ка, все буквы знакомы? Немного вперед, сомневаюсь. Так, ну, пожалуйста, посмотри, почувствуй. Контур. Что ты чувствуешь? Ну, эта буква не очень теплая, такая... Значит... Ага. Слева у меня, значит, палочка идет. Какая палочка? Вертикальная. Затем направо идет тепло, похоже на букву R. Проверь еще раз, то верно, нет? Да, это R. R, да? Угу. Так, а остальные буквы все знакомы? Еще раз, еще раз, пожалуйста.
Ну, вот последняя точно А. Потому что так ясно чувствуется. Угу. Палочка и вообще... Контроль, да? Да, как буква А. А средняя? Нет, последняя. А средняя буква? А средняя. Говоришь, она тебе знакома? Да. Какие? Буква О, вторая. Так, четко. Угу. Тепла много очень на ней. Тоже сомнений да, вызывает нет, буква эта, да? Да, да. Так, и еще буква? Третья буква. Она чем-то даже напоминает О у нас. А чем? Также овально. Только, правда, внизу палочка. Вертикальная ли... Ой, горизонтальная линия. Так. Буква Д. Ну, и какое слово получилось? Руда. Уверен? Да. Я вскрываю. Можешь снять маску. Ну, что? Совершенно верно. Слово «руда». Основной целью наших экспериментов является изучить природу кожного зрения. Изучение этого явления прежде всего расширяет знания наши о малоизвестных, почти неизученных познавательных возможностях органов чувств человека, его мозга и представляет большой интерес для многих наук. Можно понять энтузиазм наших уральских коллег. Но скажем прямо, что до практической реализации этих намерений еще далеко. Кроме того, обычно испытуемые не так быстро осуществляют распознание объектов, как это вы могли сейчас видеть. Здесь отобраны кадры наиболее быстрых решений. Надо сказать и то, что физическая природа этих явлений тоже далеко еще не выяснена. Во всяком случае, пожелаем успехов исследователям. Они находятся в начале пути, и путь предстоит большой. Бронислав, кем и где вы работаете? Я старший преподаватель кафедры перевода переводческого факультета Горьковского института иностранных языков. С какого языка вы переводите? Английский, в основном. Скажите, пожалуйста, каким образом вам удается вести машину с закрытыми глазами? Здесь я улавливаю идеомоторные акты водителя, находясь с ним в непосредственном контакте. Водитель, Рая, держала у меня руку на плече, и... Все время я ощущал, в какую сторону мне нужно вести машину. То есть это к телепатии не имеет никакого отношения? Нет, конечно, потому что ведь телепатия подразумевает передачу мыслей на расстоянии. Ну да, вот без контакта. Вы водите машину? Видите ли, можно сказать, почти не вожу. Я потренировался несколько раз для этого эксперимента. Вы раньше занимались этим экспериментом? Нет, вот только именно для съемок я несколько дней тренировался. Скажите, пожалуйста, вы, ну, как вы сами объясняете это, вам достаточно просто вот этих идеомоторных актов для того, чтобы правильно вести автомобиль? В основном я руководствуюсь идеомоторными актами, как я сам понимаю. Идеомоторный акт – это автоматические движения, которые возникают у каждого человека бессознательно при возникновении мысли. Но информация может поступать также и от других раздражителей, от других сигналов, факторов. Я могу также реагировать на изменение частоты пульса, дыхания. Может быть, и ряд каких-то других факторов передает мне информацию. Но я это не анализирую, все это происходит на уровне подсознания. Попрошу вас, вы можете тут на площадке, ну, разгадать еще какие-нибудь желания, ну, не связанные с автомобилем уже? Да, конечно, пожалуйста. Любой из присутствующих может задумать любое конкретное действенное желание. То есть взять какой-то предмет, переложить, переставить, открыть что-то, закрыть, включить, выключить, написать и так далее. Вы давно занимаетесь этими экспериментами? Да, давно. Еще со школы. В 1953 году я уже в основном делал все то, что сейчас делаю. Как вы отмечаете, у вас развивается эта чувствительность? По-видимому, чувствительность в основном остается на том же уровне, но с помощью тренировки можно добиться
выполнение более сложных желаний, заданий. Товарищ старший лейтенант, простите, как ваше имя? Кименко Александр Кондратьевич, старший лейтенант Государственной инспекции. Скажите, пожалуйста, а за что вы оштрафовали водителя этого автомобиля? Я оштрафовал водителя этой автомашины за то, что была передача руля товарищу, не имеющему документов на управление. Скажите, а как вы думаете, такой эксперимент можно было провести на улицах города? Вы нас не будете штрафовать больше. Ну, в следующий раз уже не будем, конечно. Договоримся, да. Надеюсь. Значит, будем проводить эксперимент с вашей помощью. Саша, где вы работаете? Я работаю фельдшером на скорой помощи в Москве, Качев медицинское училище. В детстве над моей кроватью висел верблюд. И не какой-нибудь игрушечный, а самый всамделишный. Он был вырезан из фанеры. У него были два здоровенных горба и отвислая нижняя челюсть. Я как-то спросил у мамы Клавы, что едят верблюды. Она мне сказала, что верблюды едят колючки. И еще что колючки для верблюдов, это примерно то же, что для нас пирожные. Но я не понял, что такое пирожное. А она почему-то ничего не ответила мне. И отвернулась к стене. Вообще, нам не повезло. Нам это мне и ребятам из моей группы. Мы родились незадолго до того, как началась большая война, и людям было не до пирожных, и не до верблюдов с их колючками. Люди делали большие танки и самолеты. И я помню, как эшелоны с зачехленными платформами проносились мимо окон нашего детдома, куда-то туда, в тот край, который взрослые называли Западом, а чаще фронтом. Нам было только по 5 лет, и нам хотелось сказок.
А с музыкой не получилось. В детстве не было возможности заниматься. Но играю почти на всех инструментах, кроме труб. Но таких, как я, называют слухачами. То есть нот не знаю. Саша, вот как только появился на земле человеческий род, сразу появилась мода. Ну, сначала звериные шкуры, потом рубашки, потом туники. Ну, короче говоря, каждому времени, каждой эпохе соответствовала своя мода. Вот куда дальше пойдет мода? Менялись эпохи, менялись наряды, и люди шагали все так же рядом. И люди шагали, и время менялось, над ними смеялось, и люди смеялись. Меняются моды, меняются веры, сменяются пафос, дороги и эры. Но все-таки, все-таки с новым веком любой человек остается всегда человеком. И в чем бы он ни был, в плаще или тоге, он так же любим или так же далек. Он может быть, так же быть одиноким, как предок его был одинок. Меняются годы, меняются время, меняются страны, меняется племя, язык и характер, но так же, как раньше, люди умеют плакать без фальши. Меняются моды, меняются ритмы, на смену дактилям новые рифмы. Но так же, как где-то в каком-нибудь веке люди тянутся к человеку. Так примерно. А как вы сочиняете свои песни, стихи? Импровизирую просто. Просто импровизирую. Ну, примерно так, как в египетских ночах у Пушкина. Я вам могу показать. Ну, давайте вашу тему, я постараюсь сделать на нее песню из стихотворения. Как-то я в журнале в каком-то, я правда не помню в каком, читала, что ученые Грузии в составе крови человека обнаружили золото. В одном из своих стихотворений поэт Асадов выразил свое отношение вот к этому открытию. Вот мне бы интересно было знать, как вы относитесь к этому. Представляете? Нашли золото. В человеке нашли золото. И застыли все удивленно. Но что же в этом мудренного? Но что же в этом мудренного? В общем, так оно в общем и есть. Потому что в каждом глубин. Все-таки золото, а не жесть. Только надо уметь это видеть. Говорят, золотые руки. Говорят, золотые души. Я вполне доверяю науке. Раз есть золото, раз она утверждает об этом, значит, все в лучшем. Сколько ему было? Володе было тогда 19. А вам в то время? Мне 20 лет. Значит, 43-й год. 43-й год это было на голубой линии на Кубани, а потом был тяжелый 44-й, Севастополь, Сапун-Кара, и финал его на мысе Херсонес. Значит, 43-й, 44-й год, Херсонес, Володя. Да, пожалуйста. Я попробую. Смотри, уже выросли дети, и старость подходит вот-вот. Во мне заревой 43-й, осколками стали живет. И в долгих ночах от бессонни все вижу я вновь, как с небес. Снаряды ложатся на кровью пропитанный мыс Херсонес.
Ах, память, солдатская память. Ну, как это вышло, скажи. Между нами бездомные дали, между нами тревожная жизнь. Между нами и жены, и водка, и старость у горла, как нож. Ну, как это вышло, Волочка? Ну, ты ведь во мне-то живешь. Ну, как это вышло, Володька? Ты жив, ты во мне ведь живешь. Шестая доска. Конь b8, c6. c3 бьет d4. Восьмая доска. d6 бьет e5. e4, e5. Первая доска. Слон f8, e7. Сейчас, секундочку. Вы давно играете? Ну, вот в таких сеансах, одновременной игры вслепую. Это здесь, в Киеве, мое первое выступление подобного рода. Правда, нет, пожалуй, не совсем первое. Как-то я лежал в больнице, мне только что сделали операцию, и там собрались любители шахмат. Вставать я не мог. Нашлось 4 комплекта. И вот начался мой, на самом деле, первый сеанс вслепую. Он проходил очень напряженно. 3 партии мне удалось выиграть. А в четвертой я стоял очень плохо. Правда, потом партнеры на операцию повезли, так что ему засчитали поражение. Но если говорить серьезно, то сеансы вслепую у нас не слишком практикуются. Потому что действительно, как бы хорошо человек ни играл, не глядя на доску, глядя на доску, он все-таки играет лучше. c24. Ну вот, гениальный русский шахматист Алехин в свое время давал сеанс одновременно игры вслепую на 30 досках. А в Венгрии сейчас живет мастер, молодой мастер Янош Флеш. Вот он, на мой взгляд, дает сеанс совершенно фантастический. 54 доски вслепую. Я себе этого представить совершенно не могу. Первая доска, слон c5, e7. Слон c5, e7. Миша, как вы играете? Вы видите положение всех фигур, всех 10 партий? Да нет. Просто это, вероятно, очень сложно. И даже, наверное, невозможно, что ли. Ведь даже когда играешь за доской, когда смотришь на доску, тоже видишь не все 64 клетки, не все 32 фигуры. Это колоссальная работа для мозга. Но шахматист с опытом, с практикой, что ли, с каким-то классом, уже действует избирательно, вернее, избирательно действует его мозг. Обращая особое внимание на узловые участки борьбы. На тот район доски, где происходят основные события, где решается судьба партии. Конь c3, e4. А расположение фигур на всех партиях, это, так сказать, проверка, что ли. Если мне позиция не ясна, я вспоминаю партию, вспоминаю ход, и по ходу партии восстанавливаю положение тех фигур, которые мне не ясны. Но это такая работа чисто вспомогательная. Вы понимаете, шахматист не рассчитывает всех вариантов. Это, так сказать, путь кибернетической машины. Автоматический перебор просто всех возможных продолжений. И пока кибернетикам хороших шахматистов одолеть не удалось. Но в будущем, говорят, все-таки машины будут играть. Думаю, что на наш век все-таки гроссмейстеров хватит. Друзья, у нас перерыв затянулся немного. А я, в общем-то, неопытный человек, первый сеанс такого рода даю здесь. И боюсь напутать. Поэтому мне бы хотелось с вашего разрешения кое-что проверить. На шестой доске, где пока мои дела не важны, там игра была, там партия развивалась так. d4, d5, c4, конь f6, cd, конь бьет d5, конь f3, слон g4,
ферзь b3, конь b6, конь bd2, e6, по-моему, g3, конь c6, слон g2, слон e7, две рокировки, ладья d1. Конь бьет d4, совершенно правильное решение. Конь бьет d4, ферзь бьет d4, слон бьет b7, слон бьет e2, ладья e1, ладья b8. Этого хода я издалека не заметил. Слон g2, слон h6. Тут мне казалось более опасным, еще более опасным, вернее, конь d5, либо конь c4. После слона h6 я немножко раскрутил фигуру, что ли. Конь f3, ферзь b4, слон f4, конь d5, слон d2. Ферзь b6, мы разменялись ферзями, черные взяли пешкой, на c7 бьет b6, и мой последний ход конь f3, e5. Седьмая партия, где тоже игра идет очень весело. e4, e5, конь f3, конь c6, слон c4, слон c5, c3, конь f6, d4, edcd, слон b4, шах, слон d2, слон бьет d2, шах, конь b бьет d2, d5, ed, конь бьет d5, ферзь b3. Слон e6. Этого хода, с этим ходом я не встречался, но он кажется очень интересен. Ферзь бьет b7, конь a5, слон b5, шах, король f8, ферзь a6, c6, слон a4, конь f4. Очень любопытный ход. Длинная рокировка. К сожалению, короткую делать было нельзя из-за слон c8. Длинная рокировка, сейчас ход черных. На восьмой доске. Там староиндийская, d4, конь f6, c4, g6, конь c3, слон g7, e4, d6, конь f3, рокировка, слон e2, конь bd7. Белые пожертвовали пешку, e5, de, de, конь g4, e6, fe, рокировка, конь de5, ферзь c2 я сыграл. Конь бьет f3, шах, слон бьет f3, конь e5, слон e2, ферзь e8, слон e3, конь c6, ладья d1. Сейчас ход черных. На девятой доске, значит, у нас было так. Е4, Е5, конь f3, конь c6, слон b5, а6, слон а4, конь f6, рокировка b5, слон b3, слон e7. Простите, товарищи, что я вас немного задерживаю. Слон e7, d4, d6, c3, рокировка, h3, h6, конь b, ладья e1, простите. Ладья e8, конь bd2, слон f8, конь f1, слон d7, конь g3, конь a5, слон c2, g6, b3, c5, d5. Конь b7, слон e3, слон g7, ферзь d2. Я напал на пешку. Сейчас черные должны ее защитить. Да, это я предлагаю ничью. Восьмая доска предлагает ничью. Я подумаю. Мне бы хотелось еще немножко поиграть. Ладья h7, f7. Да, не согласен. Пока. Третья доска, король e8, f8. По-видимому, черные сделали ошибку. Я могу сыграть d4, бьет c5. Может быть, черные хотят сделать другой ход. Третья доска, Е7, Е6. Хорошо. Десятая доска, король Е7, бьет Д6. Пытаюсь сыграть весело, Ф2, Ф4. Седьмая доска, слон c5, b4. Ладья Е1, бьет Е5, шах. Почему вы любите шахматы? На этот вопрос очень трудно ответить двумя словами. Ведь шахматы очень популярны. И среди их поклонников люди самых различных возрастов, интересов, профессий. Одного человека, скажем, с научным складом ума, шахматы привлекают своей логикой, ясностью конструкции. Другого привлекает соревновательный элемент, борьба умов, столкновение характеров. Я тоже начинал играть в шахматы как спортсмен чистой воды. Было такое мальчишеское честолюбие, очень хотелось выиграть у моего обидчика. А потом оказалось, что шахматы настолько богатая игра, богатая творчески, там столько идей, столько возможностей, что я настолько увлекся, и сейчас, честно говоря, жизнь себе без шахмат не представляю. Предлагаю ничью. Вы согласны на ничью, гроссмейстер? Спасибо, конечно, согласен. Благодарю партнера за любезность. Он мне помог спастись в этой партии.
Предлагаю ничью. Седьмая доска предлагает ничью. Не возражаю. Гроссмейстер не возражает. Большое спасибо за партию. Спасибо. Сдаюсь. Большое спасибо. Третья доска сдается. Я играю на шестой доске король G1, F2 и предлагаю ничью. Гроссмейстер предлагает вам ничью. Я соглашаюсь. Благодарю за партию. Согласен, благодарю за партию. Партнер согласен, благодарит. Спасибо большое. Сеанс закончил со счетом 7-3 в пользу гроссмейстера. 4 партии он выиграл, 6 вел в ничью. Артур Владимирович, вы видели все, что мы сумели снять. Условия ваши мы выполнили. Так вот как о возможностях нашего мозга? Мне кажется, что отснятые вами эксперименты отвечают на ваш вопрос. Вы сумели увидеть резервные познавательные возможности человека. Но лавина информации, которую принес 20 век, может быть переработана каждым без обращения к этим неизведанным ресурсам. Ну, как же это сделать? Ну, этим занимается педагогика и педагогическая психология. Это, очевидно, сюжет нового фильма. Ну, хорошо. Тогда последний вопрос. В фильме были показаны феноменальные способности. А вот как у обыкновенного человека? Снимите еще один эпизод. Опыты доктора Рейко. Его испытуемые немного умеют рисовать, играют на рояле, знакомы с английским языком. С помощью специальных гипнотических приемов Райков заставляет их на короткое время оказаться на предельной для них высоте творческих возможностей. Огромная мобилизация внимания, напряжение чувств, творческой энергии показывают, сколько еще скрытых, неиспользованных возможностей таит любой человеческий мозг. Ну, раньше смотрел, но нарисовано, что-то какая-то, как бы фотография чего-то. А теперь именно нет. Так что, ну как-то я не знаю, что-то новое такое чувствуется. Начал чувствовать красоту, да, так? Ну, это я раньше, наверное, чувствовал, все-таки я не какой-нибудь атрофированный тип. А в каком смысле что-то новое? Что-то более глубокое, что-то чувствуется, ну, там где-то. Большое желание рисовать? Да, после сеансов желание рисовать появляется такое прямо. Влечет бесподобно. Очень хочется рисовать. Мы сейчас начнем сеанс. Сядь поудобнее. Двигайтесь. Теперь ты стала Рахманиновым. Тебя зовут Сергей Васильевич Рахманинов. Как тебя зовут? Сергей Васильевич. Громче. Сергей Васильевич. Очень хорошо. Теперь вы Репин. Репин. Илья Ефимович. Репин. Здравствуйте, Илья Ефимович. Чувствуете себя великолепно? Встаньте, пожалуйста. Сядьте. Откройте глаза. Репин, откройте глаза. Репин, вы хорошо чувствуете себя?
Илья Ефимович Репин. Здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Как вас звать? Вера Федоровна, Консаржевская. Вы ничего не понимаете по-русски. Вы англичанка. Вы живете в Лондоне. Вы понимаете только английский язык. How do you do, darling? Open your eyes, please. How do you do? Thank you. Smile. What's your name? My name is Sandy. Sandy. Can you speak Russian, darling? Russian? No, I can't. Elizabeth? Уверенным. Свободным. Уверенно сидеть. Свободно рисовать. Берепин. Чувствуете себя талантливым, знаменитым художником. Рисуете уверенно, красиво и точно. Верфаэль. Вы понимаете по-русски? По-русски понимаете? Вы же знаете русский язык. Вы русская. I don't understand you. Speak loudly, please. What do you say? I don't understand him. Вы не понимаете ни слова по-русски? Вы англичанка? Strange language. Вы англичанка? What does it mean? He tried to speak with you Russian language. But I don't know Russian language. Что у вас на руке? Answer. Вы понимаете по-русски? Вы же русская, вы должны понимать русский язык. Pardon? What do you want from me? Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вы знаете, кто это такой? Сюда. Посмотрите. Кто это, вы знаете? Посмотрите внимательнее еще. Кто это такой, вы знаете? Не знаю. Хорошо. Что это такое, вы знаете? Интересная штука. Я видел аналогичную вещь у профессора. Это было побольше. Вы не знаете, как она называется? Он мне говорил. Из нее исходит звук. Но я забыл, как она называется. Но это не граммофон, сказал профессор. Вам знакомо слово магнитофон? Магнитофон? Нет. А что такое фотоаппарат? Фотоаппарат это... Я вам сейчас покажу, что это такое. Я сам отлично знаю, что это такое. Я сам неоднократно с ним фотографировался. Что это? Это тот самый фотоаппарат. Не вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь, это фотоаппарат. Называется он «Зенит». Не русская вещь. Это не фотоаппарат, тут написано. Изготовлено в СССР. Написано «Made in USSR». Вы не знаете, что это такое? Написано на английском «Сделано в USSR». К сожалению, это не фотоаппарат. Вы глубоко заблуждаетесь. Послушайте, Миша, неужели вы не знаете, что такое фотоаппарат? Миша, ваш вопрос закончился? Мастер Рафаэль. Мэтр Б. Мэтр Б. Подпишите, пожалуйста, рисунок. Подпишите, пожалуйста, рисунок. Вот поставьте.
Ярослав, вы хотите познакомиться с Ильей Ефимовичем Репиным? С большим удовольствием. Хорошо, сейчас мы это сделаем. У нас в гостях в саду Вера Федоровна Комиссаржавская. Познакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я очень много слышала. Илья Ильич. Очень приятно, что вы посетили нас. Илюшенька, Вера Федоровна хочет нам читать. С большим удовольствием. Вера, можно сядете? Нет, она садится. Она будет читать. Стоя. Я встаю. Неудобно? Но прекрасно. Она будет читать, слушай. Она будет читать. Сквозь серый дым, от краю и до краю, багряный свет зовет к неслыханному раю. Но рая нет. Зачем всей мгле безумной, красно-серой колокола гласят с неслыханною верой? Ведь мгла все. Мгла. Чем он громче спорит с мглою будней, сей праздный звон, тем кажется железней. Не пробудьте, мой мертвый сон. Девочки, что вы? Зачем вы этими варварскими звуками? Это замечательно было. Это было бесподобно. Нет, нет, нет. Почему? Не так? Что вы хотите? Так. Ух ты, берег. Так. Вы хотите, чтобы в дереве что было? Посмотрите. Так. Стоять на самом склоне. Так. Шарики. Так. Никакого контраста у вас. Вот как. У вас дерево поглощает реку. Оно должно оттенять. Тянуть ее шире. Ну, вы немножко утомились, Илья. Чуть утомились. Дайте, Лешка, вы устали, друг мой. Я не понимаю, почему мне приходится вас учить? Это очевидно, что это не так. Это очевидно. Отдыхайте. 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 Сейчас не время отдыхать. Должен закончить рисунок. Смотрите, какой интересный вид. Отдыхайте. 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 Утро. Хорошо чувствовать себя. Ясно. И снова Миша. Снова Миша. Снова студент одного из московских институтов. Насчет так проснешься. Чувствовать будешь удивительный подъем. Я. Приятный подъем. Бодрость. Когда такой еще не было. Бодрость. Раз. Два. Такая бодрость будет. Три. Четыре. Будешь теперь просто. Колоссальный подъем. Четыре. Пять. Колоссальный подъем. Свежесть. Бодрость. Свежесть. Держит. Хорошо чувствует себя. Мол? Все нормально. Хорошо? Да, все хорошо. А? Все хорошо. Неприятной реакции никакой не стал? Нет? Ну, вроде нет. Вроде ничего. Все исчезло? Да, вроде заснул и проснулся. Ничего, не помню, что с тобой было? Нет, вроде не помню. Рисовал, не помню. Хорошо чувствую себя. Свежесть чувствуешь. Чувствую свежесть. Бодрость и свежесть.
Идем. Хорошо. Гордость, какая свобода. Ну, сыграй тебе мальное с сердцем. Идем. Свободным. Точно. Свободным. 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 Шам. Шам. Вашими возможностями неисчерпаемы.